Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» набирает обороты. На время стал Дедом Морозом и известный сумоист Анатолий Михаханов. В Бурятии 20 центров помощи детям, где проживают 476 ребят. В канун Нового года они рассказывают, какие подарки мечтают получить к празднику. Подать заявку на сайте могут и семьи в трудной жизненной ситуации. Чтобы выполнить любую из этих просьб, достаточно зайти на портал елкожеланий.рф. И увидев на сайте «Елка желаний» мечту 6-летнего мальчика Артема Малыгина получить в подарок гоночный трек, я решил осуществить его мечту. Завтра я ее отправлю по почте. Сбор заявок на участие в акции проходил с 16 ноября по 15 декабря 2020 года. Исполнить желание можно с 1 декабря по 28 февраля. Роль волшебника доступна каждому.